Чем ближе день выборов, тем отчаяннее попытки некоторых кандидатов заполучить голоса электората. Так, в одной из бесплатных предвыборных газет под названием «Коммунист Бурятии» распространялся агитационный материал, который запрещен буквой закона. Городской избирком определил нарушение. Может быть размещено только фото кандидата. Третьи лица закон запрещает размещать. В данной газете было размещено два посторонних лица в данной статье. Избирательная комиссия была принято решение о пресечении, принятии мер по пресечению данного нарушения. С позиции городской избирательной комиссии согласны специалисты Роскомнадзора. Как итог, иск в суд с требованием изъять весь тираж из обращения. Сегодня вердикт был вынесен. Судебное заседание состоялось, как я уже сказал, решение вынесено. В настоящее время правоохранительные органы будут принимать меры по незамедлительному пресечению и изъятию тиража газеты. Газета «Коммунист Бурятии» уже не в первый раз попадает в поле зрения комиссии с нарушениями законодательства. Выпущенный материал практически полностью оплачен из фонда. Вячеслава Мархаева.